она не появляется? Она тут должна где-то быть. Ну серьезно. Мать, не лагай. Появляйся. Я видел, как доктор Босс плюется кровью. Что случилось? Он сам порезался, но потом он пытался обвинить Джимми. Он убил себя. Почему? Потому что он знал, что виновен. Он поступил правильно. Человек, объявивший себя великим Хьюго. Он был иллюзионистом и артистом. Он купил отель, чтобы продвигать свое сценическое шоу. Он стал известным, его показывали на телевидении. Я работала его помощником, потом все изменилось. Музычка приятная такая. Ту-ту-ту-ту. Хорошо звучит. Это был не Джимми. Как и зеркала, он начал разбиваться на осколки. Да я не слышу. Я не слышу. Пойдем огребать, что делать? Может быть, вот отсюда посмотреть надо? Ух ты ж, твою мать, блядь! Извините, если вас задело. Прошу прощения. Ты передо мной извиняйся. Меня это очень сейчас задело. Ходим, просто чуть-чуть пугаемся вот эту женщину. Все, она ушла. Что значит, подождите? Сколько нам ждать? Самоубийство. Че, кольцо? Я... Подожди. Я же его вроде использовал. Я бегу к лифту, спускаюсь вниз и поднимаюсь вверх. И иду снова туда. Ага, нормально. 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 Забегай. Хорошо. А, про вот это, про вот это. Точно, точно. Про дырку, про дырку. Про дырку. Смотри. В смысле 305? Утречка, ты на канале Gante Games, где мы с тобой играем в разные игры, продолжаем A Dead of Night. И это, видимо, финал. Потому что, как мне кажется, осталось не так уж и много нам пройти. Последнее, что нам показали, это 305 номер нам нужен. Так что пойдем сейчас в него. Так, внимательно теперь его слушаем. Потому что нам нужно в этот 305-й попасть и сначала добраться до лифта. Так, ну рискуем. Я выхожу. Я очень смелый. Ой, бля, главное не кричать сильно. Так, пока все хорошо. Вон я вижу выход. Ой, он где-то есть, но мы нормально успели. Суть в чем? 305-й, он как раз, я вспомнил во время монтажа видео, я вспомнил, что он был закрыт. Вот нам именно как раз нужно в ту почему-то закрытую комнату. Видимо, нам туда нельзя было. Почему-то. Хотя, какая разница, мы сразу бы эту вещь нашли. Ой, ты чё, я думал, это он меня двинул. Вон она, там 305-я, нет? Обман, обман, не сюда. Сука. Вот там, вон там 305-й, вот тут 305-й. Ага, вот, открыто. Отлично. И он начал ходить. Успели. Пусто. Пусто. Ой, вы нашли детскую игрушку. Ну и почему мы не могли ее сразу найти? Так. Нам нужно обратно туда же с ней разговаривать, потому что она нас ждет там. Он нам теперь вряд ли даст пройти так легко. Вот ты заметил, в начале он всегда, вот в начале видео, он нам дает пробежаться. А потом уже нет. Блин, он ходит тут. А ни ключей, ничего нету. О чем мне из ключей, кстати, есть?
204 и две кладовки. Да, особо не разгуляешься с такими ключами. И далеко от него не убежать. Он нас хватает сразу. Что делать? Так. Тихо, да? Все, выходим. Все, я не слышу, я не слышу. Выхожу. Выхожу. Ай-яй-яй. Так, тихо. Нам направо надо будет идти. Пока хорошо. Пока хорошо. Вот, отлично. Бежим. Бежим. Хорошо, пробежали. На второй, на второй. Будет отлично, если Джимми за нами не полезет на второй этаж сразу же. То есть сейчас мы выйдем. Ну погоди, послушаем. Не слышу. Что у нас есть время пробежать, пока он как бы наверху. Мы тут пробежим спокойно. Отлично. Все, пробежали. Отлично идем. Все очень-очень хорошо. Is anyone there? Hello? Is it Rose? Ага, спросим тебя. А вдруг не ты? Так, у нас есть... Ага, и про игрушку давай спросим. Кому принадлежала детская погремушка? А, погремушка, я читал игрушка раньше. Она была для ребенка. Я хранил ее в прикроватном ящике. А, так, и ты должна сказать ему правду. Ну, и как это... Что у него была погремушка? Когда вы сказали, что должны сказать Джимми правду, связано ли это с детской погремушкой? Возможно. В смысле? Что? Я тебе все нашел. Это несерьезно. Я сходил в 305-й. Нашел все, что тебе нужно. Просто к... А, все, все, не показывай. Дырка, дырка нужна, не показывай. Дырки еще не подбирали мы ничего. Погремушка. Очень смешная. Но мне нужна... Дырка. Не к тому подбирали. Все, я допер. Да ты у нее можешь так не спрашивать. Так, вот погремушка. Ай-яй-яй. Погремушка. Погремушка. И дырка. Нам нужна дырка. Вот она, дырка. Вы сказали, что можете дать Хьюго только одну вещь. Связано ли это с детской погремушкой? А, типа она ему может ребенка только дать? Я думала, что появление ребенка решит наши проблемы. Я ошибалась. Я и так... Что опять? Что мне тебе еще найти надо? И сказать ему правду. Вот, и теперь вспоминаю, что мы подбирали, а что не подбирали. Ну, давай рискнем. Я не помню просто про чемоданы. Я не помню про чемоданы. Вроде бы ничего не было. Они же ей принадлежат. Но мы их не подбирали вроде бы ни к чему. Давай попробуем. Если нет, то смотрим в зеркало. Когда вы сказали, что должны сказать Джимми правду, как это связано с чемоданами? Чё молчит? Она вообще молчит. Она не хочет разговаривать. С ума сошла. Давай посмотрим в зеркало. Что еще нужно? Или теперь погремушку снова подобрать? Это чё? Цокольный этаж? А, мы теперь просто будем что-то находить и прибегать к тебе сюда? Так далеко? Вот на втором этаже? А ты не можешь на второй спуститься со мной на цокольный? Там с тобой поговорим спокойно.
А что я должен найти на цокольном? Я его не слышу. Выходим. Надо это дело быстрее прекращать. Слушай внимательно. Пока пробегаем. Это очень странно. Мы очень спокойно ходим. Вот и как? Скажи мне, как можно понимать, куда тебе двигаться дальше без зеркала? То есть, она тебе что-то сказала, ты такой, все понятно. Ты стоишь, смотришь в ту же точку, в которую смотрел. Что-то должно произойти. Что? Вот нам показали. Опа. Подольше постоять надо? Давай постоим подольше. Или ты опять тут заглючила? Может, подальше отойдем? Ну? Что тебе опять от меня нужно? Что? В прошлый раз надо было просто постоять, наверное, подольше. Но нам точно сюда. Точно сюда. Просто, ну что ты моргаешь? Что там барахлит? Мне починить надо. Вот, крутится компас. А толку? Никакого. И даже не моргает свет. Ой. Что мне делать? Куда мне смотреть? Я не знаю. Я не знаю, давай сюда. И повернемся вот так. Ну, он, сука, там моргает. И что делать? То есть... Так, смотри, тут ничего не показывает. Давай с того ракурса посмотрим. Вот отсюда. Может, что-то там тут сейчас произойдет? Ничего не происходит. Опа, и начинается. Не началось. Он прям активно в этот момент моргает. Вот в этот. Ему бы только чуть-чуть потухнуть посильнее. Hey! Выходи. Так еще не ясно, что сделать нужно. То есть, видимо, кто-то должен появиться. Но у меня ничего нету. Мне опять в лифт зайти. Давай попробуем спуститься в подвал. Это чё за дела? Это чё за дела? Сиди спокойно. Ты глупый мелкий бесстыдник. Делай, что говорят. Вот это поворот. Где ты просыпаешься? Ты в лифте? А, прикольно, в натуре в лифте. Это что? А ключик? Подвал. Магазин. Ты предлагаешь крики и падающий лифт. Ключ от кладовки подвала. Нет, это подвал, магазин. А, ну, мы сейчас можем его применить, по идее, да? Ой, а там что-то есть? Так, давай попробуем. Может быть, вот это вот и есть? Подвал. Вот. О, супер. Да, это оно. Приятно сейчас потух звук окружающий. Что тут? Пусто. Вы нашли свидетельство о рождении Джимми Холла. Так, что тут вот есть? 6 июня.
Джеймс Александр Холл. Это вот кто родился, ага. Вот он. Хьюго. Это что-то, что-то с Индией связано. Ну, типа, отец. Хьюго Реджинальд Холл. И кто-то там Долорес. Много чего есть и много чего непонятно. Очень маленький текст. Вот. О свидетельстве ты должна ему будешь сказать. Все, теперь понятно, что за правду ты должна ему сообщить. Но как мы долго к этому шли. Еще вот хотел тебе сказать про то, что почему у меня немножко сбивается повествование с той девочкой. Что вот она с ним играла, с доктором, да даже с отцом. Я почему-то представлял всегда себе, что он уже вот такой взрослый, с такой вот глупой прической, с которой его мы видели. Я всегда думал, что во всех... Ой, здравствуйте! Здравствуйте! Это... Ах. Ехали вниз. Вот это его головка, которая вылезла сбоку. Ой, аж до мурашек пробрало. А я нажал. Я главное, понимаешь, я вот практически нажал в этот момент. И что делать? Все, он нам не даст теперь пройти к мамке. Какой кошмар, какой кошмар. Я думаю, что... Так, я... Уже... Сбился, о чем я говорил. Слушай, тихо. Он ходит. Слышал скрип. Вниз. Вот, прикинь, скрип. Он даже ничего не говорит. Он просто ходит и скрипит. А тут у нас что? Тут тихо. Может, действительно его можно переманивать? Тихо, да? I'm here. Down here. Давай третий раз. На удачу. А мне интересно, если мы будем долго-долго кричать... Он нас в какой-то момент и стоять на месте, вообще не двигаясь. Он просто подойдет и развернет нас или нет? Ну слушай внимательно теперь. Он скрипит. А как выходить? Что? 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 Ты можешь в лифт забежать? Так. Мне это очень не понравилось. А как я теперь пройду? Там меня мамка ждет. Мы с ней должны о тебе поговорить, Джимми. А ты тут мешаешься. Все, он тупо не дает пройти. Джимми? Hey. Отвлечем I'm его. Here. Очень интересно, как нам теперь пройти? Просто если сразу же выбежать, не слушая, он же, мы же это проверяли, он просто нам даст по лицу. То есть не получится, что ты раньше звука пошел и обогнал его. Далеко ходит. Ну, проверяем. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж ты делаешь? Уйди оттуда, да? Я пройду. Глянь, как он быстро подходит. У меня есть одна идея. Если он так и будет на втором этаже, то нам придется бежать вокруг.
Поехали на второй этаж. Все, ну, нам ничего не остается. Это меня уже начинает немножко раздражать. Это уже не серьезная игра. То есть все, я его не боюсь. Да уйди ты, сука! Уйди! Падла, он ходит, он просто ходит. Вон он нас караулит у лифта, что делать? Не, с такими темпами мы до финала не дойдем. И самое обидное, мы не можем выйти, например, с лестницы, потому что у нас не осталось... не осталось ключей. Я с тобой не договорил по поводу вот этого детства, Джимми. Я ж начал, а меня сбил этот дурачок. Ах, господи. Так, слушай. Он ходит, он просто ходит здесь. Очень громко причем ходит. Ух ты ж, бля! А, так делать нельзя. Сука. Ой-ой-ой. Мурашечки. Мы где? Я думаю, нас сразу не ударят. На втором этаже. Скотина. Скотина. Так. Я предлагаю в этой части нам очень много отхватывать по лицу. Потому что иначе мы не пройдем. Вот так. Как тебе идея? Он опять тут ходит. Вот ты мне так дал по лицу. Что тебе еще нужно-то от меня? Так, идем забираем наше средство. Так, получается, меня сбивало то, что я всегда представлял, что он вот этот дурной в прическе уже взрослый, с этой девочкой, с доктором. А он там, видимо, еще прям ребенок. Поэтому для меня это было очень, ну, не сходилось в голове. Потому что я взрослого человека вот этого представлял как раз. Так, главное его не пугаться. Ну, и все, и игра пройдется на изи. Но это невозможно. Потому что нам просто не дает пройти. И заходит в лифт. Эта мразь заходит в лифт. Так, выхожу. Что, сразу мне по лицу дашь? Плевать, бежим. Бежим. А, он тут. Супер. Ага. Ну, а иначе никак. Понимаешь, иначе никак. Прячься в шкафу. Иначе просто не получается. Не стал ходить. Он как будто шагает. Но походу он сидит у нас. Не меняется. Все, он ушел. Отлично. И нам как раз туда нужно. Вот сюда. Видишь, пришлось прям на него бежать. А что делать? Тут уже... Выходим. Вариантов нет. Он где-то далеко.
А, отлично, наконец-то. А как все хорошо начиналось, его вообще не было практически. Так. Is someone there? Is it Rose? Угу, все хорошо. Yes. Так, я нашла свидетельство о рождении Джимми. Там написано, что Хьюго Холл настоящий отец Джимми. Джимми сын Хьюго. Во всех смыслах. Так. Я слышала крик мужчины и плач ребенка. Что случилось? Хьюго был жестоким, злым, больным человеком. Так. Ну, получается, нам вот это нужно, и правду это как раз свидетельство. Когда вы сказали, что должны сказать Джимми правду, имеет ли это связь со свидетельством о рождении Джимми? Я во всем призналась Джимми. Джимми не помнил Хьюго, он будто растворился в его памяти. Хьюго бил Джимми с момента его рождения в течение 2 лет. Я должна была прекратить это раньше. Но не прекратила. Это что за место? Это какое-то подвальное как будто помещение. А может... А нет, ну мы используем ключ от кладовки. Она хотя бы отсюда ушла, уже радует. Теперь нам нужно пробежать максимально быстро и аккуратно. Хотя можно и отхватить, в принципе. Там в подвал, там на первый этаж заскочить. Уже тут схема продуманная. Ходит. Я его услышал. А, вообще, мы можем, по сути, его позвать прямо сюда. Да, закрыть его не получится, но мы хотя бы сможем... Ага, но мы хотя бы сможем... Ну, то есть, вот он зайдет, и мы выбежали и побежали. Все, он сзади. То есть, он уже в этом номере сидит. А у нас к лифту путь очищен. Но рисковать очень страшно. Но он ходит. А давай позовем. Плевать. Играем по-крупному. По-крупному. Слышишь, гавкает. Иди сюда. Я готов уже ва-банк идти. Я чувствую, что скоро конец. Я тебя уже не боюсь. Только в лифте чуть не обосрался, а так все нормально. Ну, а, иди сюда. Вот это еще музычка, которая как раз... Заходи. Джимми? Или опять мы тебя будем звать? Hey. И сейчас рука такая резко за дверь. Ага. Так, ждем. Дверь открывается, мы должны зайти. Ой, ну поторопился, но надеюсь, он тут у нас останется. Или выхватит нас прямо из шкафа. Блин, он походу ушел. Видишь, походу ушел. Слушаем. Или этот скрип половиц имеет в виду, что он зашел как будто в ванну. Блин, он снаружи. Иди сюда. Еще раз я тебя позову. I'm here. Это по сути уже... Конец. По сути конец. Нам нужно добежать вниз. Я чувствую, что мы уже с матерью почти закончили. Down here. Давай. Дергай ручку. Ты дергай ты ручку. This way. А, так, отлично. Все, ждем момента. Вот. Не подходи. Не подходи. Должно получиться.
Так, ждем. Выходим. Да он, походу, снаружи скрипит. Сколько нам ждать этого меню? Да ты... Ты дурной? Главное, у лифта ждет. В номере не прячется. Что с тобой не так? Он как будто поломался. Он как будто, сука, поломался. Ладно, выходим. Я все. Это мы так с тобой можем очень долго его сюда звать. Отлично. Он далеко. Круто. Отлично. Все, вниз. Под красивую музыку спускаемся вниз. ЛГ. Я аж в руках листик треплю. Настолько он меня раздражает. Просто, ну, логично, когда... Ну, как-то сложность варьируется. То есть, вот, не так, что у нас у лифта все время ждет, это ненормально. А вот шлепают. А куда? Сюда? Звук как будто отсюда. Нет. А, сюда, может быть? Ох, блин, напугался я этих что-то манекенов. С этим хлопком. Шлепком. Куда мне смотреть? Ну, ё-моё. О! Ты будешь делать то, что я тебе сказал, ты понял? Глупый негодник. То есть поэтому мать как раз его так и опекает и всему верит. Потому что у него был такой вот настоящий отец. А Харви нам об этом не рассказывал, кстати. Так, разговариваем. Я видела, как вы нападаете на кого-то деревянной битой. Кто это был? Хьюго. Я похоронила его там в бетоне, в секретной комнате. Я должна была сделать это раньше. Я позволяла ему слишком долго издеваться над Джимми. Это была моя вина, что Джимми стал таким. Я думала, что чувство вины исчезнет, если я расскажу Джимми. Я ошибалась. Стало только хуже. С языка сняла, мать. Я не могла принять то, что сделала. Для самой себя я была невыносима. И что? Я думал, мы на этом закончим. У нас что-то для тебя есть? Ты выстрелила в себя? Ну да! А, уйти! Она хотела уйти. Когда вы сказали, что ненавидели себя из-за того, что случилось с Джимми, как-то связано с чемоданами? Во, она... Я не знаю. А до этого она молчала. Тогда... Это... Тогда это... Я так думаю... Пистолет. Когда вы сказали, что ненавидели себя из-за того, что случилось с Джимми, связано ли это с тем, что вы сказали о пистолете? Он же у нее в комнате хранился, она говорила. Нет. Все, смотрим подсказку. До которой еще дойти надо. А тут нельзя? Да нет, тут везде светло. Так, быстро, быстро, за подсказкой. Быстро, максимально. Г. Поехали. Я не совсем пойму, что и нужно. Хотя, слушай. Ну ладно, мы уже приехали.
Она же если убежит, то тут ее легко найти. Он поднялся на этаж и спустился вниз. Она, по идее, должна появиться, но рисковать мы не будем. Вдруг это придется очень долго ее ждать. А на кухне мы уже, вот видишь, как прибежали. Что нам нужно тебе предложить? Расскажи, пожалуйста. Дай подсказку. Что это такое? Это медведь? Это медведь? Ну, понятно, что она внизу. Стой, вода, медведь, бензин. Ты сожгла себя? Не понял. Скорее всего, это все, это конец. То есть мы должны узнать, как она умерла. И, видимо, она сама себя убила. Джимми тут не виноват. То есть она не могла выдержать всего происходящего. Ну давай попробуем поговорить с тобой. Я не совсем понял, что нам показали. Вода и как будто медведь. Мы медведя никакого не находили. Но есть розжиг. Давай возьмем розжиг. То есть вот, стало только хуже, я не могла принять то, что сделала, я себя ненавидела. Связано ли это как-то с тем, что вы сказали о бутылке, розжиг и зажигалке? У меня не было выбора. О, слава богу. Джимми отправился искать могилу Хьюго. Я была одна. Я знала, что мне делать. Ну вот, мы и выяснили. На второй? Это не все? Почему мы не могли здесь остановиться? Скажи, пожалуйста. Блин. Давай. Я не хочу ходить по второму этажу. Не хочу. И самое вот обидное, что вот нам все равно придется бегать на первый этаж. Если он нас ударит. А это не очень хорошо. Так. Уже тихо. Ага, очень. Максимально тихо. Ай, начинается. И вот непонятно, компас показал на лифт. То есть не право-лево, а на лифт. Так это нам что лучше сделать? Бежать в какую сторону? Блин, по-хорошему в зеркало надо было посмотреть, чтобы сразу бежать куда надо. Ударишь нас? Бежим. А, прибежали. А побежали от него, побежали просто, побежали. Побежали, что есть мочи. Бежим, бежим. Бежим! Сюда! Бежим! Получилось? Сюда, нет? Лянь, убежали от него. Что у нас тут? Ничего. Так, ну нам, походу, не сюда. 211-й. Ну, хоть что-то. А, вот он, дошел только до нас. Я все, я понял, что тебя можно убегать. Так, 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 так. Нам нужно зеркало. Покажите мне конкретно комнату, пожалуйста. Не показывайте мне только этаж. Но это где-то здесь. Это где-то здесь точно. Между комнатами. А, ну извините, мы очень сильно драпали от него. Там было не до комнат. Между 12 и 13. Мы в 15. Напротив нас 14 должна быть. Ой, это ванна, я думал, это дверь. А он тут шляется теперь.
А не видно, какая, кстати, комната перед нами. Между 12 и 13. И смотрел он на манекены в ту сторону. Так, подожди. Он засмеялся. Нехорошо выходить в такой момент. Максимально нехорошо. Так, тихо вроде. Можно выходить. Я не слышал. Не слышал? Ох ты, ё-моё! Напугало меня чуть-чуть. А, вот тут нам с тобой сейчас надо будет разговаривать, да? Давай сразу разговариваем. А я думал, все-таки не покажут, как она умерла. Я видела вас, вы были в огне. Что случилось? Если бы я не сделала этого сама, Джимми сделал бы, или вернее, Хьюго сделал бы. Хьюго по-прежнему главный, даже сейчас. Он контролирует Джимми. Попросите Джимми показать вам, где живет Хьюго. Это как я должен сделать? Так, все, с мамкой мы закончили. Так. Разговариваешь с мертвыми, Майя? Я знаю, что Хьюго твой отец, Джимми. Я нашла твое свидетельство о рождении, я знаю, что Роуз пыталась убить его. Попытка вышла неудачной, не так ли? Тогда где же она сейчас? Немножко запаздывают субтитры. Так почему бы тебе не пойти и не встретиться с ним? Пора представить тебя семье, Майя. То есть ты меня сейчас не ударишь? Ну да. По идее, все нормально. Хорошо, спускаемся. Спускаемся. Надеюсь... Если еще будут титры, то они не будут так сильно запаздывать. А то потеряется весь эффект. Так, ну пойдем. О, тут же были эти. Заставлены. А теперь играет классная музыка. Заходи. О, могилка. Добро пожаловать в могилу Хьюго. Мамин маленький секрет. Знаешь ли, она сама смешала бетон, затем вылила все на его безжизненное тело и смотрела, как бетон засыхает. Она думала, что так избавится от Хьюго. Но она не понимала, Майя. Видишь ли, Хьюго был просто одним из нас. Просто очередным бревном в огне. Он выгорел. Но огонь веками горит в этих коридорах, очищая путь. Очень сильно запазу субтитры. Освещая тьму. Опустошая старых, бедных, слабых. И этот огонь есть в тебе тоже, Майя. Я вижу. Судьбой предписано, что мы должны быть вместе, ты и я. Ты именно та, кого я ждал. И поэтому я не могу дать тебе уйти. Привет, Майя. Майя. Вы нашли 5 ключей от разных номеров, вам нужно спасти 5 друзей. Тебе не сбежать от меня, Майя. Открой дверь. Так. 5 друзей. Этот, который... Все, она оставила, нам это не нужно. Так, первый этаж. Так, смотри. Можно начинать с третьего.
Там потому что мало места. Но лучше как раз первого, потому что тут много надо будет бегать. Так, первый. Кто у нас? 120-м. Я записал, что у нас сидит 120-м. 120-й налево. Ай, теперь вам нужно спасти своих друзей, но если Джимми поймает вас, игра будет окончена. А, даже так? Даже так? Господи. Господи, куда бежать? 120-й здесь? 121-й не здесь. 118-й. 119-й. А я не слышу, здесь кто-то ходит вообще. 120-й. Блин. 102. А, у нас подписаны. У нас ключи подписаны. Класс. Отлично. Супер. Ты в порядке? И много шепчет. Отправи друга. Беги. Что-то беги в лифт. Тише. Беги. Подождите, пока вас друг сбежит. Вам осталось спасти 4 друзей. Он ее схватил или что? Ну, вроде все нормально. Так, смотрим дальше. А, можно было все это не записывать, что я записываю. Тут все показано. 111-е. А где? 111-е. Ну вот и... Поиграли. 111-е. Я пытаюсь вспомнить, напрячь мозги максимально. 111-е. Сложно. Это 120-е. Блин. И нам главное нельзя получить по лицу. Нельзя. Я понял, где. А почему так громко музыка играет? Я не понимаю, он тут или нет? Ага, вот сюда. 110, 111. Блин, давай. 111-е. Ага. Вот сидит. Отлично. Давай. Ага. А это не то же самое, которое там было? Отправляй. Подождите, пока вас друг сбежит. Да, он в тишине сбежал. Это уже... А, не в тишине. Так. А тут еще сложность такую сделаю, что нельзя умереть. О, 209, 210. Это выигрышная позиция. Это максимально выигрышная позиция. Две комнаты очень-очень рядом. Так, надо вспомнить, где я. И 210, 209 будут как раз в этом же промежутке. Видишь, что 111 как раз у нас. Так, смотрим глазок и будем выходить. Это как раз 111 и 110. То есть у нас две подряд вот здесь будет. Ну давай попробуем выйти. Давай попробуем выйти. Я сейчас буду больше молчать, надо сконцентрироваться. А выход-то в какой стороне? Так, отлично. Так, запоминай. 209, 210. Нам направо надо будет бежать. Потому что строение такое же. А, бежал за нами. То есть сейчас я могу выйти прям без проблем. Прям без проблем могу выйти. Он же на первом этаже. Если он будет тут, то это будет нечестно. Запоминай, это будет нечестно. Так. Ему же нужно время. Нужно, чтобы было все логично, правильно? Правильно. Так, сюда. 207. 208. 209. Давай сначала сюда. Потом 210-ю пойдем.
О, это другая. Ох, блин, у меня аж сердце колотится. Давай быстрее. Так. Так, так, так. Беги. Тоже ты его сейчас поймаешь. Так, и 300 какой у нас остался? И 303. 303. Я не помню, где он. А, я, кажется, вспомнил, где он. Это нам поглубже надо будет бегать. И он, я слышал, он ходит. Вот он как раз. Блин, тут самое плохое, да, что если получил по лицу, то уже все. Уже проиграл. Это не, это очень нехорошо. Это максимально нехорошо, я бы даже так сказал. Вот я его не слышу. Слышу. Что-то максимально как-то напряженно теперь. Очень максимально напряженно. Так. Очень громкая музыка. Ну я выхожу. Двести десять. Заходим, заходим. Вот он, заходим. Ага. Супер. И остается последний человек в 303 номере. Все, беги. Он все равно что-то кричит, вы кричите, я думаю, вы спасаетесь. Вот, почему-то они все кричат. Но, видимо, все хорошо. Так, остался последний в 303-м. 303 номер. Ой, 303 номер. Но нам проще не бежать вот сюда, в кладовку. Мне кажется, тут будет ближе добежать. Да, тут много закоулков, но и там их не меньше. По сути. Что-то шумит, я не понимаю, что шумит. Выходим. Блин, остался последний человек. Триста третий. Я помню, 303. Так, это направо тоже. 303 направо. Почему мы так долго ждем этот лифт? Я уж думал, он нам будет по затылку чесать, пока мы будем ждать лифт этот. Так, он был на втором этаже. Ты слышал? Слышал. А мы его тут все равно сейчас не услышим. 303. Так, это 302. Нам нужен 303. Это же здесь. 304. 303. Так, дверь открыта. Что это сейчас было, я не понял. Как этот человек сидел? Так. Последнюю отправляем. Что-то она говорит, иди к лифту. Ну, типа, наверное, спустись вниз и жди там. Просто, а он, вот, он их все равно хватает. Это последний освобожденный друг, а теперь найдите выход и убегайте. Я так понял, нам нужно вниз. Нам нужно бежать вниз. Так, ждем. Лень, как быстро ходит. Лянь, как быстро ходит. Блин, нам осталось все. Финишная прямая. Ужас какой.
мрачный ужас. Музыка максимально нагнетает. Наверное, придется очень сильно делать тише звук, чтобы меня было слышно под такую музыку. Слушай, я не слышу его. Не слышно, не видно. Ну рискуем, рискуем. Что делать? Серьезно? Серьезно? Быстрей, пожалуйста, лифт, подъезжай! Подъезжай! Я чувствую, что он уже... Он мне затылок щекочет! Быстрее! Быстрее! Я же говорил... Это... Что-то уже очень интересное. Так. Всех вроде освободили. Ну тут его. А прикинь, он сейчас тут начнет бегать. Так, и куда нам? На выход? А у нас же ключ. У нас же никаких ключей-то нет. А, ключ от выхода из отеля. Не подходит. Он точно не будет за нами сейчас тут бежать? Вот это место? Что? Что происходит? А. Вы прошли под покровом ночи. Все ваши друзья уцелели. А они могли не все уцелеть? Такое может быть? Он же их всех схватил как будто. А итог какой? Дамы и господа, поприветствуйте на сцене ведущий вечернего шоу господин Хьюго Панч. Но музычка вот это прикольная. Майя. Кричит он нам. Майя! Майя! Вот тут нормально субтитры показываются. И вначале нормально показывались. А под конец что-то... Майя! Майя! Прекрати, 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 прекрати! Прекрати! Почему ты и дальше заставляешь меня делать это? Просто прекрати, прошу тебя. Просто прекрати, прекрати, пожалуйста. Ты всегда будешь делать это, Джимми. Я тут главный. Не ты. Я главный. Прикольно череп сделали. Вот тут-то. Свеча. Сейчас резко напугают. Каждый у нас есть некто, кого мы не знаем. Он говорит с нами во снах. О том, что он видит нас не такими, какими видим мы себя. Карл Густав Юнг. Ой, это что такое? Вы можете его увидеть. Под покровом ночи. Красивенько. Это такое послание со смыслом какое-то было. Так, все, походу, больше тут ничего не появится. Но это было напряженно. Это было максимально напряженно.
Ну и сейчас нам показывают как раз всех, кто тут играл. Может быть, в конце что-то будет, может быть, не будет. Мне было приятно, что ты прошел со мной весь этот путь. Это было жутко и очень страшно. Но не всегда. Иногда было легко, как сегодня в начале видео. Спасибо, что играли под покровом ночи, а ты подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями. Спасибо за компанию. Всего доброго.